В минувший понедельник в городе Звенигород Московской области произошла трагедия. 24-летний житель Махачкалы Марат Рахметов со своим двоюродным братом Расимом решили искупаться в Москва-реке. Недалеко от них отдыхала группа местных подростков. Нескольких девочек, которые в тот момент плавали, стало уносить течением. Марат с Расимом бросились на помощь. Марат первым доплыл до тонущих девочек. Парень спас Юлию Аникьеву и Репсиме Кирагян, но сам выплыть не сумел. Поиски Марата продолжались несколько дней. Позже тело обнаружили в Москва-реке, недалеко от места трагедии. И девочки рассказывали, и другие, я приходила здесь, опрашивала людей. Никто, стояли наши русские люди, никто даже не дрогнул, у них сердце побежать, зная о том, что там опасное место, не спасли. Мы очень благодарны, очень соболезнуем родителям за потерю такого парня. Мужественного парня, да. Спасибо большое, огромное. Спасибо. Похоронят Марата Рахметова в родовом селе Хапиль Табасаранского района. Администрация города Звенигород намерена ходатайствовать о предоставлении Марата Рахметова к награждению медалью за спасение утопающих посмертно. Родители 14-летних подростков выразили свою благодарность герою, который ни секунды не сомневаясь спас жизнь их дочерей. Эту ситуацию прокомментировал и постпред Республики Дагестан в Московской области Магомед Сагидов. Он ушел как герой. Как народный герой, как джигит, как нормальный мусульманин, защищая девочек от беды. Он один ушел, а могли бы уйти все девочки, которые там были, 3-4, как говорится, и там было 6 девочек, они говорят, они все могли бы уйти под воду.